О пользе морской рыбы знает сегодня каждый, но где приобрести действительно свежую и качественную продукцию? Рязанцам давно знаком ответ на этот вопрос. На выставке-продаже икра и рыба камчатская. Чем можно порадовать себя в дождливую, серую, осеннюю погоду? Ну, конечно же, вкусной и полезной красной рыбкой. Разнообразие ассортимента поражает самых искушенных. Это нерка, чевыча, кижучий палтус, соленый, холодного и горячего копчения. На любой вкус здесь найдется продукт. Палтус и чевыча. А почему именно это? Ну, потому что уже брали вкусное. Витамин D в первую очередь. А во вторую вкусно. Вкусно же. Не правда ли? Я люблю чевычу. Вот все. Соленую. Ну, копченую и икру взяла. В основном из-за вкуса, конечно. Она мне нравится. Я каждый раз в первый день прихожу. Я им благодарна. И хотя продукция выставки продажи икра и рыба камчатская уже давно зарекомендовала себя, в свежести и вкусовых качествах сомневаться не приходится, но прежде чем купить, вы можете попробовать любую рыбку. Продавцы с радушием проконсультируют и подскажут. Максимальная прозрачность и никаких сюрпризов. Здесь вижу икру. Я всегда прошу, чтобы он ложечку мне эту поднял и опустил. И подкрепить организм витаминами в преддверии зимы очень важно, потому и выбирают люди проверенные морепродукты. Все время беру, покупала, пробовала все у них. Мы ни колбасу, ни мясо не едим, поэтому на завтраке мы всегда едим икру. Бутерброды с икрой. Ну, я вроде думаю, может, для пользы дела, может, йод там какой-то содержится. Все-таки мы уже пожилые люди. Выставка продажи «Икра и рыба камчатская» работает возле торгового центра «Премьер» до 9 октября включительно.